Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель советского истребителя, первого истребителя моноплана с убирающимися в полете шасси. Самолет И-16 тип 14, его выпускал у нас конструкторское бюро Поликарпова. Это один из самых вообще массовых у нас истребителей на начало. Это единственный истребитель на начало войны у нас был. Моноплан, скажем так. Вот, первое, что мы видим, это у нас при обзоре, это красочный бокс-арт. Коробка достаточно внушительных размеров. Очень приятно, красиво. Особенно, если вы делаете подарок кому-то на день рождения, человек обрадуется. Далее, снимаем бокс-арт. У нас коробка из плотного картона. Вот наша коробочка. Так, открываем коробку. В коробке у нас один пакет с ледниками, одна инструкция в виде журнала и декали. Сейчас мы коробочку уберем. Аккуратненько так. Так. Ну, начнем, наверное, мы с вами обзор с декали. Декали компания ICM выпускает теперь на новой бумаге, поэтому проблем с их переводом нет. Это уже проверено на всех новых моделях. Я собирал которые. Все отлично, все супер. Также обратите внимание, имеется декаль приборной панели. Вот наша декаль. Далее продолжим наш обзор с инструкция. Инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Печать у нас получается цветная. На первой странице это у нас технические характеристики на двух языках и используемые краски в палитре Рео и Томия. Я вам сейчас покажу, чтобы вдруг потребуется перед покупкой заказать какие-то цвета. Вот одни и еще вот такие номера цветов. Так, далее открываем нашу инструкцию. Первое, что мы видим, это у нас обзор литников. Сразу, что бросается в глаза, это есть неиспользуемые детали. Значит, скорее всего, будет продолжаться серия 32 масштабов, серия Ишаков. И это очень радует. Компания ICM молодцы. Решили войти в такой масштаб. Очень надеемся, что будет много хороших и интересных моделей в дальнейшем у данной компании. Далее нам предлагается начать сборку модели. Инструкция достаточно подробно описана. Каждый шаг описан до мельчайших подробностей. Все четко и понятно. Проблем при сборке возникнуть не должно. Так, далее. Продолжается сборка, установка стоек шасси, установка шасси, и предлагается нам варианты окраски и декали. Получается, нам даны 4 варианта декалей. Первый вариант И-16 лето 41-го, Южный фронт. И-16 Северный флот лето 41-го. Далее И-16 весна 42-го, зимний камуфляж, и И-16 лето 43-го. Далее приступим к обзору ледников. Сейчас идет, извините. Вот. Наши ледники. У нас один пакет. Пакеты у нас ждет. В пакете нас ждет 3 литника с пластиком и 1 литник с прозрачным пластиком. Давайте начнем с малого. Маленький литник с прозрачным пластиком. Тут нас ждет приборная панель и фонарь. Фонарь, сразу скажу, так посмотрю, что выполнен отлично, никаких каких-либо дефектов нету, царапин или прочих. Также у нас дана
Приборная панель в виде прозрачного пластика. Декали вы уже видели к приборной панели. Так вот. Далее обзор литников. Начнем с обзора фюзеляжа и других деталей. Так, на данном литнике у нас все чисто в плане облоя, недоливов или утяжек. Все отлично. Мелких деталей здесь нет на данном литнике. Поэтому тут все отлично. Я сразу скажу, что в техническую часть данной модификации я не буду углубляться, только чисто качество выполнения литников. Далее следующий у нас литник. Литник, на котором присутствуют мелкие детали. Это у нас детали, скорее всего, двигателя и кабины. Приборная наша доска приборной панели и вот такая штука. То есть, в принципе, все очень хорошо можно сделать. Так, следы толкателя у нас находятся внутри все. Мелкие детали пролиты хорошо, детали двигателя, рифление сделано очень хорошо. Мелкие детали пролиты отлично, облоя, недоливов или каких-либо других дефектов на данных литниках нет. И последний литник, это у нас литник с деталями крыльев. Крыльев, двигателя, винт и ну и прочее. А, стойки шасси. Так, у нас получается следы толкателя находятся внутри элементов. Пролиты детали хорошо, облоя нет. Все сделано отлично. Данную модель буду я собирать и буду писать отзывы у нас в группе. Но судя по последним моделям, которые я собирал, компания ICM, у них с авиацией все просто супер. Ну и не только с авиацией, с авто, да вообще со всеми моделями. Последние модели у ICM просто отличные. Сделал небольшое такое резюме, что данная модель выполнена на хорошем уровне, очень качественно выполнена и сделана. Думаю, что при сборке каких-либо проблем она не доставит. Также, вот еще интересно, что могу сказать, это у нас при стыковке крыльев в верхней и нижней части есть такие штырек и паз, по-моему, называется. И когда будет стыковка, штырь-паз, это удобно, в принципе. Они, детали подгонять сильно не надо. Они хорошо вставляются и склеиваются. Это очень хорошо и удобно. Вот. Проблем с данной моделью я уверен, что у вас не будет при сборке, поэтому советую ее приобретение.